Друзья, привет. Привет. Мы в Нижнем Новгороде, да? Странно, блин, пока никуда. Опять же. Маску сняла, убрала, с покупателями не контактируем. Это для тех, кто будет ворчать в конце обзора, почему без маски. Друзья, сегодня будем показывать линейку Lickskilly Lovas. Она обновилась, обновился чехол, об этом мы вам говорили в одном из обзоров новинок. Обновились цвета, и, кстати, мы вам сейчас покажем цвет, которого еще нет на сайте. Его туда не добавили. Так, давай сначала покажу, о чем буду говорить, а потом будем разбирать. Мне нужно поближе. Значит, смотрите, что из себя представляет данная линейка. Это раскладывающиеся кресла-кровати двух размеров. 1,40 м и 90 см. Каждый представлен в 4 цветах. Каждый. У каждого есть чехол, у каждого есть классный пенополиуретановый матрас и металлическое основание. Сразу скажу, мы пользуемся Lickskilly Lovas уже, ну, наверное, лет 5, да, Дим, не меньше? Да. Да, с 15 года. Первое кресло мы покупали в 15 году. У нас еще старые чехлы, которые одеваются как шапочка. Не особо удобно, поэтому новые чехлы мне больше импонируют. И ткань, кстати, Shiftebo, это та, которая используется у диванов Frichten, у Страдмонов, у Поингов. Так, ладно, хватит балаболить, поехали детальку разбирать, а потом по цветам, да? Да. Значит, смотрите, Дим, давай общий. 1,40 м. Вот как это выглядит в собранном виде, как это будет смотреться у вас в комнате. Конечно, здесь кто-то побезобразничал и расстегнул замочки. Хочу застегнуть, чтобы была полная картина. Вот это 1,40 м. Показывать будем на его примере. Давай сначала ткань. Пойдем. Во-первых, друзья, имейте в виду, если вас напрягает, да, вот эти моменты, это будет. Вы ничего с этим сделать не можете. То есть это уезжает только в путь. Дальше смотрите. Вот эта юбка, да, это же чехол. Он закреплен на матрасе. Кстати, его можно снять и убрать. Вот эта юбка будет всегда вот так провисать, потому что она не натянута. Таня, халк? Хлак. Хлак. Обратная сторона, кстати, что классно, прям вот именно натянуто хорошо, никуда не убегает. Для чего? Какой в этом плюс? Вы можете поставить в качестве разделения комнаты, в качестве разделителя пространства. Ну, в принципе, да, в основном в Европе, это в России мало кто использует, потому что квартиры и комнаты у нас не сильно большие. Но тем не менее... Или, проще сказать, диван можно поставить посередине комнаты. Да, да. Давайте, давай смотреть конструктив чехла. Чехол у нас с двух сторон вот на таких молниях. Раньше это просто одевалось, ну, сложнее одевалось, просто вот натягивалось. Сейчас это хоп, одной рукой расчехлили. Вот этот момент, кстати, на сайте он нигде не прописан. Вот это все на липучках. То есть вы чехол можете совершенно спокойно вот так отшлепить, убрать от слова совсем. Ну, тогда уже здесь, ну, хотя бы на матрасник, да, Дим? Потому что на этой ткани спать не сильно комфортно будет. Здесь у нас тоже все расстегивается. Вот он, слой пенополиуретана. Со временем, друзья мои, он у вас полностью пожелтеет. На это не обращайте внимания, на его функционал это никак не влияет. Большой плюс Lickskilly Lovas, по-моему, помимо того, что он металлический, элементы продаются отдельно. То есть каркас металлический и матрас с чехлом можно купить по раздельности. Это на тот случай, если что-то дети или сами вы, да, испортили, вы можете заменить. То есть здесь все это снимается на молниях, очень удобно. Мы это снимали не раз по определенным причинам, пока ребенок был маленький. И совершенно спокойно сушится, чистится и так далее. Так, из ноу-хау. Кстати, вот это имейте в виду, идем, это косяк. Уже нашли. Раньше здесь был замок. Да, помнишь? И ткань была другая, как у Бединги. Сейчас, видите, очень тонкая строчка, и она прям вот только в путь рвется. Давайте. Темно, конечно, там. Боюсь, незаметно будет. Давай фото сделаем, чтобы вставить. Ну, давайте фото потом сделаем. Так, про этот косяк показала. Значит, для того, чтобы, если вы, например, не хотите заморачиваться и не собираетесь, в принципе, снимать чехол, для того, чтобы его разложить, вы просто расстегиваете две боковых молнии. Привет соседям, да? Да, кстати. Это все скрипит, звенит, имейте это в виду.
Дим. Угу. Что-то вы сделали не до конца, Татьяна. А у него всегда так. Длина 1,88 м. Изголовья нет никакого. То есть имейте это в виду, продумывайте заранее, где у вас это будет стоять. Скрипеть это будет ужасно. Если вот, ну, он не тяжелый, вы видите, я двигаю одной ногой. Опять повторюсь, соседи будут знать, когда вы будете спать ложиться. Да. Вот эту юбку, то есть либо оставляете вы ее так, сверху кидаете простынь, либо просто вообще снимаете. Вот от слова совсем ее скидываете, убираете и стелите на матрасник и, соответственно, простынь. Ну, на матрасник сюда стандарт. Ну, опять же, слишком много действий. Когда ты устал с работы, тебе да, это... Да, не до этого. Просто кинул и спать. Значит, размер спального места 1,42 м на 1,88 м. Толщина матраса у нас 7 сантиметров. Давай смотреть дальше. Есть ли какие-то изменения в конструктиве по сравнению с тем, допустим, который есть у нас? Так, здесь у нас на липучках. Ты увеличился? Видно. А? Видно. Здесь у нас липучка. С двух сторон она фиксирует. Это делать обязательно. Здесь у нас речное дно. Речное дно раньше такое было. Султан тоненький, помнишь? Было. Сейчас же ложки подруги немножко. Кстати, склеек особо нет, но имейте в виду, это есть. К тому, что детям особо прыгать не давайте. Это не изменяет память березы. Да, склейка березовая. Так. Давай показывать, что у нас внутри. Здесь у нас колесики. По стандарту. Нет, по стандартному. Это для нас стандартно, а для других-то не стандартно. Возможно. Здесь у нас 2-4 колеса, то есть на них кресло катается туда-сюда. Так, прикроватный ящик продается, друзья мои, отдельно. Кстати, сейчас я его покажу. Вытащу и покажу. Изменилась полностью ткань. А раньше прикроватный ящик был хуже. Так, давай дальше разбираемся. А, еще такой момент хочу показать, Дим. Пожалуйста, вот эту этикетку не отклеивайте. Если у вас будет гарантийный случай, и вы потеряете чек, это будет единственным восстановлением. И вы не сможете, например, его восстановить, всякое бывает. Это будет единственным подтверждением, когда вы делали покупку. Поэтому вот это, пожалуйста, прошу, не отклеивать. Это как ВИН-номер в автомобиле. ВИН-номер в автомобиле, да. Так, складывается обратно. Очень легко. Как бы вот это показать? Ну, ты и так это показала. Больше не надо раскладывать? Нет, достаточно. В принципе, все. Если чехол вы снимаете, вы видели, еще лишние телодвижения добавляются. Так, мы его оставляем в том виде, в котором он был. Теперь смотрим ящик, еще по размерам и по ткани. Ящик, с чем мне понравился он, его изменение. Изменилась ткань. Раньше у ящиков была более тоненькая ткань. Это мне нравится больше. Ящик большой, удобный. Можно использовать вместо чемодана в поездку в машину, да? Вентиляционное отверстие. Продуванчик есть. То есть можно вот так, не доставая, например, его даже, да, до конца. Вот он у вас здесь, вытащили наполовину и убрали. Так, теперь давайте по цветам смотреть. Пойдем. Это синий шифтебу, кстати. На синем будет видно все. Кошачий волос, соринки. Это прям к бабушке не ходите. Дальше у нас цвет вот такой, малина. Кстати, шифтебу малина только у Ликскеля. У других нет. Но ткань шифтебу себя зарекомендовал, друзья мои, отличнейшим образом. Это то, куда я косила все время глаза. Там стоял мой рюкзак. И Ликскеля Левос у нас есть еще вот такой. 90. Даже он не 90, ребят, он 80. Но у нас старшая дочка, кто за инстаграмом моим следит, там ее можно почаще увидеть, спокойно спит при росте 1,70 м на таком спальном месте. Дим, сколько она на нем спит? 3 года уже, да, наверное? Ну, как купили, так и спит. Ну, да. Мы довольны. Это единственное, что я могу сказать. Периодически я могу сбежать ото всех в Надину комнату и спать на ней. Да и я не против того. И Дима не против поваляться. Это к тому, что любого взрослого человека это может выдержать. А, значит, два цвета мы вам показали. Вот еще классический серый. Кстати, это самый покупаемый цвет. Во-первых, на нем не видно ни пыль, ни грязь. Не видно ни сор, ни мусор.
И вот такой вот синий цвет, его еще нет на сайте. Обещали добавить в ближайшее время. Вот такой оттенок синего. То есть, смотрите, у 80-х, да, у односпалки три цвета: серый, малина и синий. А у больших серый, синий, такой ярко-синий и малина. Смещаюсь. А, еще вот что хотела показать, это обязательно. Насколько удобно, когда ты садишься. Так, у меня микрофон. Из минусов дома, да, то есть на него особо не отклониться, потому что нет изголовья, не привалиться, потому что нет боковых частей, но при этом совершенно спокойно можно вот вместе со всеми ножками завалиться и посидеть. Вдвоем уместиться можно в плане посидеть, но вот прям попа к попе буквально. Поэтому лискили берут в основном детям, берут подросткам, берут в небольшие помещения. Но, друзья, когда нет, например, возможности поставить кровать, и если сравнивать, Дим, покажи, пожалуйста, кушетку, мне же все равно будет слышно. И между, допустим, вот данной конструкцией Динарп и Ликскеле, по деньгам примерно одинаково, лучше взять Ликскеле. На нем удобно, комфортно спать. Здесь хороший пенополиуретановый матрас, в отличие от сие изобретения человечества. Про сие изобретение обзор есть. Ссылка наверху. Наверное, все? Ну, для себя я отмечу, что из всех этих преимуществ, то, что мы сказали, ненадежное крепление матраса, все-таки оно и осталось, как так было три года оно назад. Выпрыгивает. Да, вот эти липучки, она все равно не дает такого как бы фиксированного положения матраса. Все равно, как ты, когда присаживаешься, он гуляет. Ну, а вот я показала, смотри, вот, нет, видишь? Когда, разберешь даже, когда ложишься. Он бегает, и садишься даже он, когда бегает. Да, то есть он не является такой вот плотной конструкцией. Вот, я села, ему прям хочется. Вот. Он в любом положении, в разложенном, сложном, гуляет. Раньше был выбор. Помнишь, когда мы Наде выбирали, был мурбо-матрас, был латексный матрас. Это к чему? Если вдруг вы найдете старые матрасы Ликскеле, берите, ну, не бушные, да, конечно, потому что знаю, что некоторые там на Авито где-то продают. Каркас остался тот же, размеры те же, и можно собрать еще старую комплектацию. Ну и второе замечание, требует изголовье к стене, наверное, ставить. Иначе у вас подушка будет улетать. Ну, не знаю, может, это у меня только такая проблема. У всех? У всех, а да. Как? Ну, вот смотри, вот ты ростом 1,85 м. Если тебе еще положить подушку, тебе спать негде. То есть ты будешь подушку ложить не хорошо, на край, а поближе? Хорошо, у вас диван посередине будет, я к размышлению. Диван у вас в середине. Вы разложили, что вы будете каждую ночь вставать, через каждые 2-3 часа поднимать подушки? Да нет, что-то неудобно. Я как-то, вот у меня вот эта нестыковочка идет. Просто мы пока на бединге спали, да, в дикой молодости. У нас еще Надюшка тогда совсем маленькая была. У Димы подушка постоянно убегала. Это было неудобно. Да, да, да. И третье, ну это не замечание, это уже конструктив, особенности всех железных каркасов. Скрипят. Скрипят. Требует периодической подкрутки болтов в тех местах, где он больше всего идет, на нее не нагрузка, а как вот движение. Ну, именно где сбор, разбор, да, присаживаемся. Да, вот. В этих местах больше всего, допустим, у колесиков, у ножков, она имеет свойство разбалтываться. Я потом уже в конце фиксатором резьбы закрутил, да. Надоело каждый раз мне подтягивать. Раз в 3 месяца мне приходилось Лискеле подкручивать ножки в деревне. Ну да, когда вот, ну, родители. Да, мне надоел, я купил хороший фиксатор резьбы. И зафиксировал. Паста, да, такая штучка. И зафиксировал. Ну, я думаю, ты, если вопрос у кого-то будет, ты просто в описании добавишь, какую пасту ты купил. Спросите у мужчины любимого, что такое фиксатор резьбы. Да. Он знает. Все? По Ликскеле все? Я думаю, мы сюда еще сейчас, если мы найдем, добавим раскладушку. Ну, пойдем сходим. Если мы ее найдем. Да. Ты опять снимаешь, что ли, уже без предупреждения? Уже, да. В общем, по просьбе города Усть-Илимска мы добавляем в обзор 2 раскладушки. Это ребята, которые работают так же, как и мы, посредниками, и им очень нужно такое рабочее видео. Ясь, привет. У Икеи сейчас 2 раскладывающихся дополнительных кровати. В принципе, его можно, да, как Ликскеле, например, можно держать как кресло дома и раскладывать, когда гости, и раскладушки можно держать. Раскладушки икеевские, ребят, все, их 2, и они обе вот в таком виде.
Вот, то есть в собранном виде место в разобранном. Собранном. В собранном, разобранном. В сложенном виде занимает место по минимуму. Здесь вот такой пластиковый хвостик, Динь. А видно все. То есть он фиксирует. Чуть-чуть собираем их в кучу. И с какой-то из одной сторон. А ты сожми между собой. Вот. Да-да-да, часть, и она откроется. Вот, вот так поднимается. Значит, смотрите, эта раскладушка называется флемма без матраса. То есть здесь вот такая вот тонюсенькая штучка есть, но все-таки я не считаю это матрасом. Сам механизм раскладушки полностью металлический. Раскладушка, кстати, очень легкая. И, ребята, это самый дешевый шезлонг. Крепкий, надежный и мало места занимает. Так, Динь. Здесь видно, я просто, у меня нет понимания, какую часть. Все хорошо. Вы не переживайте. Так, раз. Значит, вот Ну, как все советские раскладушки. Да, да, да. Все то же самое. Даже вот я могу вспомнить вот эту штучку, вот эту, по наклону. Здесь единственное, в чем фишка киевских раскладушки, они реально крепкие. Ну, конечно, с советов смандить технологию. Ай, микрофон. Спасибо, спасибо, что дома не купили. Вот такой раскладуван. Давайте смотреть теперь детальку. Я предлагаю вам, Татьяна Павловна, приличь. Ой, пока нет никого. Что только для контента тут не сделаешь? Матерь Божья! Ну, представим, что на пляжу лежу и в небо я гляжу. Чайка жирная летает, просто жуть. Жесткая. Спать на этом я не буду, а вот позагорать можно. Не проваливается? А ты можешь как-то вот подснять? Не кричите. А ты можешь как-то подснять? Вот, ну, как вот, насколько я провалилась? Да, насколько я провалилась? Ну, давайте посмотрим. Да вы практически и не продавили ничего. А нет, вот попец торчит. Все нормально. Попец на месте. Да. В общем, вот эта штука, она опускается, поднимается, она регулируется. Ну, ребят, советский матрас. Ой, не советский раскладушка. Я могу встать? Да, можете. Ой, господи. Все то же самое, только покрашенное. И полежала, и пораскладывала, и попрыгала. Как вот здесь быть эстетически красивой, а? Дайте хоть поправлюсь, что ли. Так, давай детальку теперь. Иди сюда. Смотрите. Здесь пружинки, да, то есть все это, если вылетает, то оно вылетает капитально. Вот здесь прям вот тоненькая слоюшка поролонки, вот она. Потому что у многих проблем нет понимания, какой матрас. Вот, пальцами. Даже не сжимаю, просто показываю. Вот, это одето в чехольчик. Здесь все это дело соединено вместе. То есть получается, его даже нельзя снять. Нет, и постирать. Ничего нельзя снять. То есть если грязный, то он, зараза, грязный. Это печально. И это печалит, да. Здесь. Я думал, это все снимается. Никаких пружин, ничего нет, натянуто просто вот эта вот икеевская, да, любимая ткань, она у всего. У сумок здесь металлическая скоба, то есть она идет по всему периметру. Вот. Ну, третий раз повторюсь, наверное, все уже запомнили, это советская раскладушка. Ну, все то же самое, все кроме верха. 2000 рублей. Так, собираем агрегат. Так, вот эта часть можно, ну, поняли, да, я не буду сейчас еще раз показывать, раскладывается полностью. Кстати, раскладушка – это уже заюзанная жизнью прям прилично. Господи. Вот давайте посмотрим, как женщины могут собирать раскладушки. А то вы выпендриваетесь, что без мужиков все можете, да? Ага. Все. А повесить? А повешу. Висит сие устройство на двух складывающихся крючках Бьерну. Стоит 700 рублей за три штуки. Крючки классные, у нас родители пользуются. Вот они. Опа, не надо, у вас плашечка. Надо, у вас клевый крючок. Это еще не все. Мучения твои не окончены. И есть вот такая дополнительная кровать Силик. Стоит она, ребят, 3000. В чем фишка Силига? Вот такой пенополиуретановый матрасик.
Чехол, кстати, тоже несъемный, но что-то придумать можно, да, чтобы там распороть, как-то постирать. Здесь уже, видите, какой слой пенополиуретана? Вот. Здесь уже полноценная кроватка. Дальше. Основание уже под пружину. То есть выдерживает больший вес. Но один большой жирный минус. Нет подъемного изголовья. Тоже прилечь? Обязательно, потому что он такой поедет предмет в Крым и да. будет на нем папа спать в палатке. Бой, это мне спать придется в этом предмете. Нет, Дима, она очень, у нас не такая. Да, ну это несерьезно. Мне это, мидии засмеют. Переворачивайся, буду, у меня весь пляж, Дима. Не переворачивайся, слышно тебе, как старый дед. Нет, на самом деле здесь очень расшатаны, у нас гораздо более упругая. Я просто не люблю, Таня, как в мешке спать, вот это вот, в продавленной раскладушке. Ты с дочерью, значит, поменяешься, все, мы уже в лирику ушли. Я через это проходил в лагере. В общем, эта раскладушка складывается точно в такой же карман. Функция то же самое, нет изголовья. Стоит 3000, это стоит 2000. Устилимск, мы просьбу выполнили. В обзор раскладухи вставили. На самом деле это логично, да? Что лекскеле, это кровать, которую можно использовать как дополнительную кровать. Что раскладушка, которую можно тоже использовать как дополнительную кровать. Нюансы вы увидели. Здесь очень сильно растянута пружина. Дим, подойди сюда. И если вот здесь, например, пружинку можно, в принципе, заменить, поднатянуть на новую, да? Продают вообще где-то пружинки такие? Ну, что-то похожее можно найти. Можно что-то придумать. То есть здесь, друзья, вы уже не сделаете ничего. Как она вы? Сама по себе уже растянута, чувствуется. Да, вот видишь, она какая? То есть ее только если сцеплять еще допом, да? Нет, она со временем уже сама по себе. Смотри, пружинки растянуты, и она уже сама по себе уже по это. Вот она, да-да-да, она уже не натянута. Честно, она может уже лет 5-6 здесь стоит. А может и спал кто-то. Может, вернули что-нибудь по браку, да, и вот поставили. Ну, не знаю, ну, в общем, на самом деле у нас, вот у кого, кстати, такие раскладушки, скажите. Ну, опять того, же, что... опять покупать, и ради того, чтобы она через месяц-два растянулась. Да, вот у кого как в эксплуатации. Просто у нас уже стоит года два, мы ей не пользовались. До этого у нас Димин племянник летом, когда приезжал к моим родителям, на ней спал. Ну, не было такого. Для нежданных гостей. А? Для нежданных гостей у нас. Да, для нежданных гостей. Вот. В принципе, у нас все. Пишите комменты. Пользуйтесь ли вы Лекскеле, купили ли, ну, нравится и так далее. Если у вас сие товарищи, нравится, не нравится. И до новых обзоров. Делимся обязательно в соцсетях. Радуем Диму. Да, это очень полезно для нашего канала. Для продвижения. Кстати, мы еще в ближайшее время запишем трейлер, повесим его на шапке канала, чем мы можем вам быть полезными. Ну, это уже актуально стало. Да. Все? Да.